Сегодня уже у нас пятница. Опять-таки мы в машине. На этот раз мы приехали, чтобы сделать продление регистрации мне. И взяли вот такую форму в приложении номер 13. Раньше была попроще эта форма. А сейчас сделали аж 4 листа А4. Посмотрите, сколько надо заполнять. Вот. И сейчас обеденное время, поэтому сидим и ждем. Получается, сегодня 6 число, 9 числа у меня заканчивается регистрация. То есть до 9 числа я должна успеть сделать регистрацию, хотя уже завтра суббота, потом уже воскресенье, то есть нерабочие дни. Так, не знаю, как получится. Взяла бланки, потому что они каждый год почти меняют форму. У нас старая форма была. Ладно, посмотрим, хозяйка звонит. Алло. Всем привет, потому что сегодня уже суббота. Я никуда не пошла. Сегодня у меня день выходной. Получается, уже вечер. Хочу рассказать вам, как у меня дела идут с документами, с регистрацией. У меня ничего не получилось. Сегодня суббота, 7 число, понедельник — это 9 число, то есть конечный день, последний. Не знаю, вот документы я показывала вам, там формы, которые я новые брала, еще не заполнила. Завтра заполню. Понедельник должна пойти в ФМС, встать в очередь. Там, говорят, даже за месяцы идут, заранее встают в очередь. Не знаю, как там все будет. Если я пойду сама туда, я посниму. Может, есть люди, которым интересна эта тема. Вот, 9-го должна вот... Даже не знаю, ФМС, вот этот кабинет работает. Кабинеты, где делают продление регистрации, то есть на год. Я сделала на 3 месяца, когда приехала. 3 месяца у меня заканчивается как раз 9 числа. И я должна продлить регистрацию за счет договора, что я здесь работаю, на год. А сейчас, чтобы долго не тянуть, пойдемте вместе выбирать варенье. Хочу чай пить очень. Искупалась, у меня уже волосы высохли. И, как обычно, после бани хочется пить чайку. Пойдемте посмотрим, что у нас есть. Кстати, забыла сказать, что у нас чайник сломался. Хотя чайник у нас новый. Я подогреваю вот здесь, в таком тазике. У меня уже закипела вода, а ключики от шкафчика вот здесь. Коридор. И вот наш шкафчик на замочке. Та-ра-да-дам. Здесь пустые баночки. И. Так, посмотрим, что у нас есть. Это у нас абрикос. Где фокус? Нет фокуса. Вот. Абрикос, малина. Но это те, которые купили в Пятерочке. Вот, даже есть сгущенное молоко. Не знала. Я хочу что-то домашнее. Даже то, что, может, мы привезли из Армении. Вот здесь что-то такое непонятное. Все-таки поняла, это малина. Малину не хочу. Это что? Это у нас клубника, походу. О, люди. Вот оно. Это грецкий орех. Варенье грецкого ореха. Хотя у нас там еще открыто есть. Пока грецкий орех не хочу. Я хочу... Знаете что? Хочу ежевичную. Но не знаю, у нас есть, нет. Как говорится, кто ищет, тот находит. И я нашла варенье с ежевикой. Сейчас буду пить чай, смотреть видео и продолжать отдыхать. Всем пока. Прошу внимания, посмотрите, сколько там людей.
какая очередь в АМС. Ох, боже, сегодня не понедельник, сегодня вторник. И мы 29 номер. Не знаю, какой там, как будет проходить. Посмотрим. Короче, что вы думаете? Зашла, ждала 3 часа очереди. Там надо заверить договор, не знаю, что-то еще. И поставили штраф из-за того, что у меня вчера закончилась регистрация. Сегодня мы пошли, чтобы продлить, хотя мы за неделю уже пошли туда, а там очереди, там нерабочие дни. Короче, сделали нам штраф. Хозяйку квартиры, кто нас регистрирует на свою квартиру, ей сделали 2000 рублей штраф, а мне сделали 5000 штраф. 5000 рублей. Представляете, да, что творится? Просто вчера у меня регистрация закончилась, сегодня я пришла. Все, 7000. Можно было за эти деньги купить билет, поехать домой, побыть там чуточку и приехать обратно. Как могут, а там еще эти документы, которые я взяла, форму заполнить. Они просто так не принимают. Заполнила, отнесла, они не принимают. Ты должна зашить их сама, приклеить там бумажку, что там два листа, подписаться. Короче, все сама делаешь и потом получаешь за это штраф. Не понимаю ни из-за чего. Столько очереди, я там внутри не смогла снимать, сколько там людей. Все ругаются друг с другом, никто ничего не объясняет, ни у кого не сможешь ничего спросить, пока очередь не занешь и зайдешь в кабинет. А там тебе скажут, этого не хватает, то не то. Опять-таки, выходишь из кабинета, должна еще раз занять очередь. Короче, кошмар, что творится в этом ФМСе. Мы сейчас едем домой забрать деньги, чтобы платить штраф в Сбербанке. И потом уже мы после обеда мы еще должны пойти. Там еще 2 кабинета должны пройти. Вот так. Когда меня вызвали в кабинет, чтобы я подписала там, там дают 3 или 4 бумаги. Там надо на одной бумажке почти 10 раз подписаться, роспись поставить. И там в конце ты расписываешься, что ты ознакомлена. Под что я подписывала, я сама не знаю. Даже если бы я все прочитала досконально, там ничего не понятно, потому что законы же... Кто знает законы? Законы, пускай знают там адвокаты. А каждый раз взять с собой адвоката и идти туда, и там такая очередь, сидеть и просто прочитать эти бумаги. Короче, не знаю. Я сейчас вам покажу листовки, где написано вот эти штрафы. Вот так покажу. 2000 рублей. Это один чек. И вот 5000 рублей. 7000. Из-за чего? Пришла в Сбербанк оплатить штраф. Взяла номер. И даже в Сбербанке есть отличие. Вот это вроде заплатила, ну, гражданка России, комиссию берут 50 рублей, а 150 рублей комиссии это с меня, то есть иностранный гражданин. Я как иностранная гражданка платила 150 рублей комиссии в Сбербанке, а российская гражданка только 60 рублей. Даже здесь отличие есть. Итак, хочу показать вам массажер, который мы вчера купили, уже затестили, потому что сделали Андранику массаж, маме массаж, и я на себе тоже попробовала. Сейчас первый раз будет пробовать Сурен. Итак, я уже поставила эти штучки, пластинки или как это. Не обращайте внимания, потому что купила за 1000 рублей. Можно допускать, что стекло упадет. Итак, включаю. Начинаем. Ну вот, видите, там режимы. 1, 2, 3, 4, 5. И посмотрите, как у него двигаются плечи. Это не он. Нравится тебе? А что так делать? Итак, у нас какой режим? 5.
Отклеился там. Где? О, тхум или эко. Что это, тхум? Так, меняем режим. Вот. Вон там видно, что стрелка спускается, и там нарисован человек и точки, где можно ставить. И добавляем. Посмотрим на эту. Это же ток. А ток даешь мне? Так, пять. Это... Не двигайся, подожди. Вот, посмотрите, что делается. Я тоже хочу. Ну, я потом тебе покажу видео. Так, добавляем еще. Вчера. Ладно, меняем режим. Так. Андрей говорит, после этого я заболел. Так. Смотри, не двигайся, посмотрим на второй, третий. Сразу. Вот это хорошо. Да? Ну да. Тебе седьмой уровень. Кстати, здесь 15. Итак, давай это посмотрим на. Ну да, конечно. Еще. Все, ничего не делается. Так, здесь меню у нас на английском. Там было на русском, но можно было только вот эти два. Ну, то есть две пластинки были, а на английском, то, что на английском меню, здесь четыре. Сурень, куда пошел? Вернись обратно, сейчас добавлю. Добавить? Ну, ты посмотри, если тебе понравится, скажем, вот тройка, вот четверка, пятерка. Что ты дергаешься, как больной? Ну-ка, ладно, давай пятерка, а что посмотришь? Посмотрите, как у него плечи поднимаются сами. Добавлю вот еще. Сколько можно работать? Вот. Ну, здесь написано там 11 минут, ну, где-то 15 минут. Каждый режим. Посмотрите, как у него поднимаются плечи. Оф. Короче, здесь английское меню, и здесь все написано. Какие части тела. И что делается, сколько я там. Думал, менять тебе? Вот сейчас пойдем на последний. Угу. Посмотри, это как. Ты чувствуешь, все четыре работают? Угу. Ну, наслаждайся тогда. Все, для видео я сняла твою реакцию. Твою реакцию. И сейчас будешь наслаждаться просто меньшим, там четыре. Все, на этом все. Итак, еще раз подключилась, потому что Сурен говорит, сколько там режимов? Я говорю, где-то 15. И мама у меня выдержала до 14. Он говорит, давай тогда мне тоже подними. Вот, я поднимаю уровень, и у него плечи, соответственно, поднимаются. Хочу напомнить, что он не сам поднимает, а... Это всего лишь на восьмом, Сурень. Поднять? Давай еще. Девятый. Где у меня фокус? Вон, девятый. Двенадцатый. Какой это? Двенадцатый. Давай еще. Ай! Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Да? Ну, давай. Отлепился, подожди, я прикреплю. Хорошо? Мы хотим экспериментировать, посмотреть. Ну, потому что там мест нет, посмотрим. Экспериментировать, как будет на ногах. Итак, включаем. Чуть-чуть встаем подальше, потому что не узнаешь, что будет. Так, и включаем. И все? С тобой неинтересно, давай пойду к сыну. Поменяли расположение. Так, с
Посмотрите, я поднимаю. А, на это смотришь. А, ты посмотрите.